Некоторые коллеги перед брифингом попросили подсветить ситуацию с удерживаемых в Дарфуре российских граждан. Делаю это с удовольствием, тем более, что наше министерство продолжает активно предпринимать усилия для нахождения и освобождения похищенных 29 января нынешнего года в суданской провинции Дарфур российских граждан Антюфеева и Черепанова, которые работали по контракту, заключенным авиакомпанией «ЮТЭР» с совместной операцией ООН и Афросоюза в Дарфуре. Соответствующие активные меры осуществляются в тесном взаимодействии с секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также миссией ЮНАМИД на месте и спецслужбами Судана. По имеющейся информации, это очень важно, российские граждане живы. В настоящее время сформированными миссией совместной операции ООН и Афросоюза в Дарфуре и местными властями, оперативными группами ведется настойчивый поиск местонахождения россиян. К работе привлечены лидеры местных племен, которые уже обратились к похитителям с призывом немедленно освободить российских граждан. Все необходимые усилия для скорейшего вызволения российских граждан, которые были похищены в Дарфуре, будут продолжены.